Это титульная открывающая стена выставки. На ней будет представлена информация, посвященная истории и географии ФИФА. Здесь у нас будет расположена карта мира с расстановкой типологий и дизайнерских футбольных мячей. Музей «Самара Космическая» – последние штрихи перед открытием новой выставки о чемпионате мира, Самаре как городе-организаторе и футбольной команде «Крылья Советов». Не обошлось, конечно, и без космоса. Зачастую космонавты являются не только любителями, игроками в футбол, но и болельщиками. Вот. И здесь в специальном блоке мы рассказали о том, как космонавты у нас любят играть в футбол в условиях нулевой гравитации. Музей под ракетой – один из символов Самары на карте ФИФА, и потому именно здесь обрела постоянную прописку выставка «Крылья будущего». Удивлять гостей будут почти космическими технологиями. С помощью дополненной реальности посетитель сможет увидеть стадион «Самара-арена» в разрезе. Он наводит свой гаджет, планшет, на вот этот маркер и получает изображение, трехмерное изображение стадиона. Причем понятно, что вот у нас здесь есть модель объемная, вот, а эта вещь, ну, скажем так, она дополняет, то есть мы можем, ну, как будто бы очутиться внутри стадиона. Над созданием выставки работали почти 2 года. Есть интерактивные площадки с футбольным IQ-тестом и настольным футболом, 3D-модель стадиона «Самара-арена», стенд с историей клуба «Крыльев Советов». Многие экспонаты из частных коллекций и музеев футбола. Сейчас в музее идут последние приготовления, а для посетителей выставка откроется в среду, 14 июня. Работать она будет вплоть до чемпионата мира и во время него. За этот год выставка будет постоянно изменяться и дополняться новыми экспонатами. Валерия Макарова, Константин Головин. События.